Волейболисты после летнего периода возобновили соревнования по классическому волейболу. Накануне 4 мужских команды сыграли матчи Кубка города. «Лаука-строитель» встретилась с авторитетом, а «Звездочка» с юностью. В Кубке Севердинска по волейболу среди мужчин участвует 13 команд. В течение месяца всем коллективам предстоит сыграть по круговой схеме. В прошедший вечер в спортзале «Строитель» дружина «Авторитет» встретилась с командой «Наука-строитель». Авторитет – возрастной коллектив, «Наука-строитель» – молодая команда. В первой партии на паркете была настоящая борьба. Концовка осталась за «Строителем» 25-19. Вторая партия закончилась такими же цифрами. Третий сет также остался за молодежью 25-16. Таким образом, «Наука-строитель» начала Кубок города с уверенной победы. И в целом игрой доволен. Вот. Конечно, да, молодежь, она, как говорится, подтянулась. Вот. Когда-то мы выигрывали их. Вот, но чего, они молодцы. Вот. Игра в этом сезоне, поэтому игра была сложная, я могу так сказать. Мы привыкаем друг к дружке, привыкаем к сопернику, к залу. Сейчас строители наконец-то сделали освещение. Спасибо большое, ребята. Вот мы к нему еще привыкаем. А так будем тренироваться и выступать. Параллельно в спортзале «Беломорец Фокс Звездочка» хозяева паркета принимали молодежь 97-98 годов рождения из команды «Юность». Без особых проблем победу в матче со счетом 3-0 одержала команда «Звездочка». Константин Мухин, Владимир Богомолов, Вестник Северодвинска.